Сегодня у меня был первый учебный день, он был неполный, нас до 12 продержали, можно так сказать. Была вводная часть, объясняли там, как войти в программу, чтобы из дома заниматься. Там общие какие-то, общую информацию рассказывали и все. И спустя неделю пришла еще одна посылка, и я подозреваю, что тут тоже книги. Да, тут действительно книжки, и тут их еще 5 штук. 5 или 6? 5. Вот. Вот там сколько? У меня первое 6, и вот это вот 5. И мне интересно, на этом закончится или нам еще что-то пришлет? Ну, приятно, книги. Главное, чтобы я начала их читать.